Впервые в Якутии республиканские власти будут выделять средства на обезвреживание отходов производства и потребления. Общий объем субсидий из госбюджета республики составит 5 миллионов рублей. Их направят тем предпринимателям или юридическим лицам, которые особо отличаются в сфере обращения с отходами. Речь идет о возмещении затрат на установку оборудования по обезвреживанию отходов производства и потребления. Порядок предоставления субсидий рассмотрел сегодня Кабинет министров на очередном заседании правительства республики. Государственные программы граждан. В этом году будем внедрять субсидирование юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Согласно требованиям федерального закона об охране окружающей среды, за внедрение наилучших достижений техники и технологии, которые позволяют снижать негативное воздействие на окружающую среду.